Всем привет! У нас прогноз на первую половину августа для знака зодиака Рак. Мы коснемся сферы работы, бизнеса, карьеры, финансов, любовных отношений. Также получим совет или предупреждение от Таро. А Ленорман нам подскажет сюрприз или неожиданность. Раки, первая половина августа. Что-то карты путаются. Посмотрим, может быть, неразбериха в каком-то вопросе у вас. Что у вас будет происходить в начале августа? Ваш настрой, ваши ожидания. Что вас ждет в личных отношениях? Первая карта, у кого есть отношения или брак. Вторая для тех, кто в поиске любви. Работа, карьера, бизнес, у кого есть занятость. Что у вас? И для тех, кто в поиске работы, ваши перспективы, финансы. Что у вас будет происходить в конце этих 15 дней? Совет или предупреждение от Таро. Они колоды шут. Да, шут – это обновление жизни. Ну, у кого-то здесь малыш может родиться. Да. Здесь или известие о зачатии, или уже рождение малыша. Кто-то будет как бы менять свой статус. Это в вашу жизнь входит новый человек, а вы становитесь родителями. Также у кого-то может быть путешествие, переезд. Вот у нас в конце 15 дней две карты путешествий. Может быть, кто-то отправится в отпуск. Кто-то вообще переезжать будет, менять место жительства. Но еще это новое начало. Это может быть начало нового карьерного пути, начало нового бизнеса, творческого проекта. Да, карта говорит, желание начать есть, настрой есть. Но, может быть, вот еще не хватает опыта, умения. Может быть, это вообще новая сфера деятельности для вас. Поэтому здесь какое-то обновление у вас в конце. Так, давайте еще посмотрим. Сюрприз, неожиданность. Может быть, это еще решение вопросов с детьми. Реально будете готовить ребенка к школе. Сюрприз, неожиданность. Раки, первая половина августа. Ну, в первую очередь здесь карта материнства. Да, в паре обретение малыша. Аист у нас приносит ребенка. У кого-то, я сказала, здесь или переезд, может быть, кто-то даже в эмиграцию отправляется, может быть, по работе, потому что здесь какие-то сложные карты. Или это переезд с места на место жительства, вот шут, на новое место. Да, ну, в начале августа у вас ложится императрица. Конечно, это хозяйка дома, это женщина, которая обретает очень надежный, крепкий статус. Да, кто-то получает предложение руки и сердца, готовится к свадьбе, кто-то здесь или зачатие, или рождение малыша. Но еще эта карта может говорить о бизнесе, о зарождении творческого проекта, но это что-то свое, скорее всего. Потому что здесь карта говорит, что бизнес ваш процветает, здесь хорошая прибыль и очень стабильное положение. Ну, для мужчин здесь может быть обретение такой женщины, вот знакомство по девятке пентаклей. Также может быть здесь очень сильна роль матери. Может быть, вы будете заниматься ее делами. Потому что как по шуту, да, это еще не только роль родителей, но еще это роль детей. Давайте мы одну карту уточним. О, потрясающе. Да, давно мне такие карты не попадали. Император и императрица. Но для семейной пары это обретение ребенка. Это роль родителей. Также это может быть какой-то семейный бизнес, процветающий причем. Еще это свадьба. Знакомство.
Но по этим картам вы очень друг другу подходите. У вас есть шанс создать очень крепкое взаимодействие. И не забывайте, все-таки это старшие арканы. Но еще это построение своей империи. Вот кто-то, может быть, реально здесь решает вопрос с жильем. Для женщин карта говорит, у вас очень стабильный, надежный партнер. А для мужчин это то же самое относится. Да, красиво. Очень красиво. Ну, вот если положить шута, да, здесь малыш. Или переезд. Здесь единственное, что вот Ленорман, может быть, беспокойство по поводу, вот рождается ребенок, беспокойство по поводу финансов. То есть вот карта материнства, да, может быть, вот женщине нужно уйти в декрет, и вы волнуетесь, как у вас получится. Потому что все-таки десятка мечей может говорить о сложном положении с финансами. Ну, давайте вот для тех, кто в отношениях или в браке, у вас здесь ложится король мечей. Да, для женщин, может быть, эта карта показывает вашего возлюбленного супруга. Может быть, она говорит, что мужчина здесь занимает, как бы, является доминантом. То есть последнее слово остается за ним. Или это представитель воздушной стихии. Ну, в принципе, это то же самое. Да, это, как правило, человек, есть только мое мнение. Остальные неправильные. Но еще это может быть какой-то консультант. Это может быть врач, вот у кого рождение малыша. Это может быть помощь врача. Вот, может быть, это даже через кесарево. Или, если вы не могли забеременеть, это помощь от этого врача зачатием. Тут, как правило, или нужно сделать какую-то небольшую операцию, или, может быть, ЭКО для кого-то. Также это может быть юрист, адвокат, нотариус или человек ресурсный, который окажет вам помощь. Ну, давайте посмотрим. Те, кто в браке, в отношениях. Вот здесь была какая-то борьба. Да, это может быть борьба, да, вот невозможно забеременеть. То есть этот человек поможет вам справиться, вот, может быть, с какой-то болезнью или с тяжелой жизненной ситуацией. Может быть, здесь помощь по поводу финансов. Так, давайте еще посмотрим. Да, по поводу финансов или решения вопроса вот своей империи с жильем. Но еще здесь беременность, конечно. Туз Пентакли – это семя. Это может быть хирург, врач или гинеколог, который поможет вам вот стать родителями. Тут вот совет ложится тройка кубков. Тройка кубков – это карта сбора урожая. Кто-то, может быть, готовится к свадьбе, предложение руки и сердца. Кто-то, может быть, узнает новости о том, что вы беременны. У кого-то, может быть, рождается уже малыш вот в паре. Но опять вот помощь какого-то ресурсного человека. Также это может быть вот решение с недвижимостью, может быть, король мечей – это начальник или какой-то ваш родственник, который поможет вам финансово. То есть десятка, говорит, заканчивается тяжелый период с финансами, вот встает солнце, но мы его сейчас уточним. Потому что медведь может говорить или помощь от кого-то, или финансовую прибыль. Но у нас ложится туз пентаклей. Да, это еще, знаете, может быть, от кого-то долг получить. Король мечей может показывать, например, адвоката. Может быть, вы пытались сами, да, вот, чтобы человек отдал наконец-то эти деньги. Но вот при помощи какого-то юриста или человека, обладающего полномочиями, вы можете получить то, на что вы рассчитываете по праву. А для кого-то здесь, может быть, как я говорила, вопрос решается с наследством. Ну, какие-то хорошие перспективы, ну, тут, я говорю, у всех может быть по-разному. Да. Ну, а для тех, кто в поиске любви, тут девятка пентаклей, карта говорит, вы на пороге новых отношений. То есть вы в нескольких шагах от того, чтобы влюбиться, но причем это чувство будет взаимное. Это не когда мы страдаем по ком-то, нет. Здесь в вашу жизнь входит или император, или императрица, смотря кто меня смотрит. Поэтому знакомьтесь. Айс несет перемены. Перемены и, ну, больше, наверное, для женщин в вашу жизнь войдет, как я говорила, ресурсный мужчина, вот это обретение пары. Это может быть, мужчина будет очень высокий, может быть, какая-то растительность на лице, там усы, борода, крепкий.
сильный, это надежное плечо. Вот еще, может быть, Шут говорит, что, может быть, знакомство где-то в поездке. Но это не обязательно. Работа, карьера, бизнес. Паш Мечей. Да, Паш Мечей может показывать обучение. Может быть, вы будете проходить какие-то курсы, тренинги, коучинги. Здесь еще может быть работа с какой-то информацией, с документацией. Проводить какой-то анализ, сбор информации, аудит. Кому-то могут предложить, может быть, кого-то обучать, преподавать. Это еще может быть работа, связанная с связи с общественностью, коммуникацией, общением. Еще у нас Паш Мечей отвечает за языки, может быть, что-то связано с переводами, с IT-технологиями. Но еще, конечно, Паш может говорить о каких-то известиях, может быть, неприятных. Может быть, кого-то начальник отправит в командировку. Ну, как-то для вас это будет неожиданно. Или здесь речь идти, может, о каком-то новом назначении. Но по аистам, может быть, это перемена, это к лучшему. Хотя, скорее всего, вы будете сомневаться, принимать, не принимать это предложение. Вот или получение новой должности, или получение новой работы. Еще эта карта может говорить о том, что вы столкнетесь с критикой в ваш адрес, с какими-то, может быть, замечаниями. Это может быть и на работе, начальник, коллеги, но также это может быть с партнерами или с заказчиками. Здесь карта говорит, будьте аккуратней. Да, клиент всегда прав, потому что может возникнуть конфликт, который может привести к тому, что вы потеряете работу. Да. Десятка мечей может говорить об уходе с работы. Вот этот конфликт, который может разрастись. Ну, давайте мы вам уточним. Вот что я перечислила, здесь может быть какая-то сделка, договор, назначение, но может быть и приказ об увольнении. Поэтому здесь, если вам работа дорога, постарайтесь ни с кем не конфликтовать. Ну, а кто-то сам может решить уйти. Паш Мечей может говорить о каком-то предложении, неожиданном для вас. Вот вам предложат какое-то новое место. Да, может быть, здесь вы еще неопытные, что-то новое. Кому-то могут предложить куда-то уехать. Или отправиться в командировку. Ну, четверка мечей может показывать вот эта изоляция, которая, может быть, мешала вам. Может быть, вы сами планировали куда-то уехать, собирали информацию и ждали каких-то документов разрешающих. Но так как вот это все зависло с пандемией, да, этот вопрос очень долго не решался. Вот сейчас вам могут открыться новые пути. Это вообще куда-то переехать. Но здесь вот и аисты об этом говорят. Может быть, какое-то новое предложение. Но это не для всех. У кого-то, я говорю, здесь или новое назначение, или, может быть, приказ об увольнении. То есть вот десятка – это что-то заканчивается. Но мы сейчас ее уточним. Ну, всегда у нас справедливость – это какие-то юридические, административные документы, договора. Но еще вот эти две карты говорят, для того, чтобы вы продвигались дальше по карьерной лестнице, может быть, нужно еще, вот, как я говорю, учиться. Получать новые знания, чтобы двигаться дальше. Все-таки Паш – это ученик. Да, для тех, кто в поиске работы, здесь ограничения. Да, пока новой работы я у вас не вижу. Может быть, еще карта говорит, вы ищете не там, где нужно. Может быть, попробуйте посмотреть другие направления. Или здесь есть шанс найти работу, но она вас не устроит, потому что вы там не сможете показать все, на что вы способны. Есть какие-то ограничения. А для тех, кто хотел начать свой бизнес, и вы понимаете, что вам не хватает денег, вот здесь карта говорит, помощь от кого-то придет. Но я уже это озвучивала. Тут может быть родители или какой-то ресурсный человек, покровитель, например. Вот, выведет вас из десятки мечей. Потому что тройка может говорить или протекция получения новой работы, может быть даже приглашение, куда-то уехать. Или вы сможете начать свой бизнес, ну, может быть, вам кто-то поможет финансами.
Давайте мы восьмерка мечей уточним для тех, кто в поиске работы. Да, учтите конкуренцию. Если вы что-то начинаете и понимаете, что много людей этим занимаются, здесь нужно вам продумать, может быть, рекламную акцию, какие-то скидки, чтобы привлечь покупателей, клиентов. Но еще это может быть выиграть какой-то конкурс. Вот у вас вызывают на отбор, и вам здесь нужно показать себя с лучшей стороны, чтобы взяли вас. У вас есть шанс победить. Но еще пятерка может говорить о бесполезных тратах энергии, сил, а по восьмерке найти ничего не можете. Туз мечей — это подписание документов. Да, если вы тут будете проходить какие-то отборы, есть шанс получить назначение, новую работу. Но еще это какая-то новость, это известие. Ну, например, если кто-то собирался эмигрировать, может быть, с целью работы, да, занять хорошее положение, это, может быть, приходят документы, которые вам разрешают переехать с целью работы. Ну, заключение, например, трудового договора или получения трудовой визы. Но ясность в этот вопрос вы в эти 15 дней внесете. И вот у нас десятка переходит в туз. То есть вот это солнце встает, и появляется надежда, да, открывается какой-то новый канал. Иногда еще карта говорит, вот чтобы выйти, да, из сложного положения, пятерка, это доказать, что вы получите прибыль вот какому-то ресурсному человеку и получите от него поддержку. Но для этого вам нужно будет составить с кем-то разговор. Как бы расставить все точки, надо разложить все по полочкам. Ну, если это не ваш родственник, а какой-то, может быть, влиятельный покровитель, и тут или помощь от него, получение работы, да, или для того, чтобы он вас спонсировал, да, вам нужно будет подписать какие-то документы. Ну и доказать, что он на вас заработает. Да, давайте мы десятку мечей уточним. Для тех, кто... Не для тех, кто... А финансы. Да уж. Ну, тут может быть потери, разочарования. Ну, вообще две карты говорят о сложном финансовом положении. Ну, восьмерка-то — это или получение денег, денежный перевод. Или это вот решение того вопроса, который, может быть, долго завис. Да уж, по деньгам прям. Да, еще и повешен. Ну, какое-то тяжелое положение, тяжелая ситуация. Может быть, здесь очень много кредитов, и вы не знаете, как их выплачивать. Да, башня у нас тут не ложится. То есть вопрос-то вы этот можете решить. Может быть, через какую-то жертву, или вот у нас повешенный — это переворот. Как я говорила, здесь вы ищете работу в одном месте, но понимаете, что нет предложений. Например, вы работали в офисе. Сейчас вам могут предложить работу, например, связанную с коммуникациями, или интернет, или какие-то поездки, командировки, переезды. Или реально нужно куда-то уезжать. Но с деньгами что-то у вас сложно, да. Ну, совет-то карта говорит, не отчаивайтесь, да, вопрос-то вы решите. Да и восьмерка об этом говорит, да, будет улучшение ситуации. Тут или помощь, подарок, или наследство, или решите вопрос, и, может быть, вот эти карты говорят, что что-то вы продаете, никак продать не можете. Ну, как бы нам сказали, что вы этот вопрос решите. Так, в конце 15 дней восьмерка жезлов. Ну, я уже практически озвучила. Получение новой работы, продвижение по карьерной лестнице. Кто-то, может быть, куда-то отправится в дорогу. Ну, это может быть отпуск, командировка, переезд, смена места жительства. Да, это еще коммуникации, общение, заключение каких-то договоров, сделок. Ну, и любовь, конечно. Продвижение вашей личной жизни. У кого-то тут какие-то сообщения, ну, сообщения-то могут быть связаны с рождением малыша или с беременностью. Да, вот, лечились и наконец-то добились результата. Здесь еще для тех, кто в отношениях, очень много беспокойств и разговоров по поводу медведя. Медведь — это может быть родитель чей-то, может быть, это мама чья-то.
какие-то здесь беспокойства и суета. Кто-то, может быть, будет обращаться к финансовому консультанту, вот решить вот этот вопрос, может быть, с финансами. Ну, также это помощь, как я говорила, и хорошая прибыль. Давайте посмотрим совет на вас. Раки. Первая половина августа. Совет от Африканского рака. Так, это карта кобылица. Она у вас прямая сейчас. Отдавайте себя безоговорочно тем, кого вы любите, и получайте их любовь взамен. Такая свободно отданная любовь питает вашу душу и помогает вам выдержать любые испытания. Вы можете открыть свое сердце без боязни. Еще у нас совет раку. Магические врата. Раки. Первая половина августа. Стой на своем. Я человек порядочный, мужественный и сильный. Вот такой у нас с вами получился прогноз. Я благодарю вас за внимание. Всем хорошего.